Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, и вы смотрите видеоканал «Планета Дзюдо». Сегодня я хочу узнать ваше мнение о кодексе дзюдоиста. За моей спиной вы видите основные качества, которыми должен обладать дзюдоист или человек, который практикует дзюдо. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, на самом деле, может ли дзюдо способствовать развитию этих качеств? Может ли практика дзюдо способствовать развитию этих качеств? Могут ли упражнения, которые мы практикуем каждый день на татами в додзё, способствовать развитию этих качеств? Напишите свое мнение. Давайте обсудим, на мой взгляд, важные аспекты в области дзюдо, в области педагогики и образования. Буду ждать ваши отзывы и комментарии на эту тему. Спасибо за внимание.